Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога». И я ее ведущий Валерий Седов. В Рязани на регулярной основе проводится профилактическое мероприятие под названием «Дети». Цель – выявление всех фактов неправильной перевозки маленьких пассажиров. В ходе мероприятия автоинспекторы также напоминают водителям о необходимости соблюдений всех требований безопасной перевозки детей. В результате только одного такого мероприятия было выявлено 11 нарушений правил перевозки юных пассажиров. На водителей составлены административные материалы. В госавтоинспекции говорят, что родители должны сами позаботиться о безопасной перевозке своих детей в автомобиле. При этом необходимо грамотно подойти к выбору детского удерживающего устройства и фиксации ребенка в нем. Детей не пристроил в автомобиле. Документы в порядке, страховка на месте, детей в салоне нет. А вот если бы были, то сотрудник госавтоинспекции обратил бы на это внимание. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Цель этих мероприятий – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам. Сотрудники госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей пассажиров. Рейды проводят зачастую вблизи школ или на проезжей части в разных районах города. А вот на посту ДПС обращают внимание на нарушения в целом. Например, за весь рейд ни одной претензии к перевозке детей не предъявлено. Зато, например, остановили водителя без страховки. Штраф 800 рублей. А вот те, кто решил покатать ребенка без детского кресла, заплатят 3000. В 2022 году с участием детей-пассажиров зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 детей и подростков погибли, и 136 получили травмы. В 2023 году с участием детей-пассажиров зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 детей и подростков получили травмы, погибших нет. Средняя цена детских кресел – 3500, чуть больше, чем штраф. А их в этом году уже выписали больше 1000. Сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила. То есть для детей младшего возраста, грудничков, используются такие детские удерживающие устройства, которые направляются головой по ходу движения. А в данной ситуации, если мы ставим так детское удерживающее устройство, подушки безопасности мы отключаем, чтобы они не сработали. Пристегивается это с помощью, само кресло крепится с помощью ремней безопасности, а ребенок прикрепляется уже ремнями, которые используются в детском устройстве. После того, как ребенок подрастает, используются уже детские удерживающие устройства такого плана. То есть они позволяют ребенку уже комфортно находиться в салоне автомобиля. Детское кресло также пристегивается стационарным ремнем безопасности, либо с использованием системы Isofix, и ребенок пристегивается также в кресле ремнями пятиточными, которые предусмотрены в самом кресле. После того, как ребенок совсем уже становится взрослым, с 7 до 12 лет, используют такой вот бустер. Подбирается он, соответственно, по весу и росту ребенка. Самое главное – это то, чтобы стационарный ремень безопасности, который находится в автомобиле, проходил через плечо, грудь и пояс ребенка. С 7 до 12 лет использование, согласно правилам дорожного движения, можно использовать как детские удерживающие устройства, так и стационарные ремни безопасности. Главное, чтобы рост подходил для того, чтобы ремень проходил правильно и не был травмоопасен для самого ребенка. Также нужно следить за тем, чтобы ремень не был не перекручен, а полностью прилегал к телу ребенка. Правила перевозки детей не самые сложные. Однако меньше чем за полгода их нарушило больше 1000 водителей. В госавтоинспекции говорят, что лучше один раз потратиться на кресло, чем расплатиться за беспечность либо деньгами, либо чем-то хуже.
Сейчас дети учатся водить автомобиль преимущественно по компьютерным играм. Конечно, правила дорожного движения там условно, однако основные представления программы все-таки дают. Но что если самым юным участникам дорожного движения сказать, что они могут почувствовать себя самыми настоящими водителями? Сесть практически в настоящий автомобиль и прокатиться практически по настоящим улицам. То есть со всеми их искусственными неровностями, дорожными знаками, светофорами и даже работающим железнодорожным переездом. Такая возможность появилась в Рязани 2 года назад. В Центральном парке культуры и отдыха открылся самый настоящий детский автогородок. Как все это работает, расскажем далее. В Центральном парке культуры и отдыха работает автоплощадка, где детки могут отработать все навыки безопасного поведения на проезжей части, скажем так, в игровой форме. Здесь все дорожные знаки, дорожки, дорожная разметка сделаны в соответствии с настоящими дорожными знаками, дорожной разметкой. Такая площадка открылась в Центральном парке культуры и отдыха еще 2 года назад. Как тогда, так и сейчас она напоминает часть улицы города. И не копирует ее, а скорее создает новую. Со своей инфраструктурой. Здесь школа, перед и после которой пешеходный переход с искусственной неровностью. Рядом железнодорожный переезд, исправно работающий, как и светофоры. Данный проект в первую очередь, конечно же, образовательный, а не развлекательный. То есть здесь могут, конечно, приходить дети вместе со своими родителями. Мы очень часто наблюдали, когда родители весьма грамотно рассказывают своим несовершеннолетним, как правильно вообще себя вести в данной дорожной ситуации. Детский автогородок открылся в мае 2021 года по поручению губернатора Рязанской области. Глава региона, кстати, является председателем комиссии по безопасности дорожного движения. На одном из совещаний он и дал поручение, цитата, «уделять большое и должное внимание воспитанию нашего подрастающего поколения и поведению на дорогах, культуры безопасности дорожного движения». Конец цитаты. Тогда же и было принято решение городок построить, притом на внебюджетные средства. Сегодня это самый масштабный и высокотехнологичный автогородок в области. Основной целью его работы станет профилактика дорожно-транспортных происшествий. Уверен, что каждый из вас изучит правила дорожного движения и закрепит здесь. И вот эти знания, которые получены на этом автогородке, позволят применять их уже в реальных условиях дорожной обстановки. Обеспечит системное обучение детей безопасному поведению на дорогах. Кстати, даже место для строительства городка выбрано не случайно. Об этом рассказали сотрудники госавтоинспекции. Место этой автоплощадки выбрано не случайно. Еще в 80-е годы именно в Центральном парке культуры и отдыха тоже была автоплощадка, на которой могли заниматься дети, скажем так, 80-х годов. То есть нынешние уже мамы и папы современной молодежи, современных детей. И нас, как сотрудников госавтоинспекции, конечно же, очень радует, что именно на этом историческом, скажем так, месте сейчас тоже находится замечательная автоплощадка, где дети могут изучать правила дорожного движения. И пусть сам городок доступен для каждого, прокатиться по этим копиям несуществующих улиц получится не сразу. Занятия здесь по записи, притом юных водителей разделяют по возрасту. Сюда приезжают детки из школьных лагерей, проводят сам профилактические занятия. На эти занятия даже записываются представители товарищества собственников жилья. А вот записать детей в группы для занятий на площадке автогородка теперь можно через ИС-навигатор и сайт учреждения, в том числе мобильную версию. Сотрудники госавтоинспекции совместно с Советом отцов напомнили правила дорожного движения. Сделали они это необычным образом, нанесли надписи на асфальте. Сотрудники госавтоинспекции считают, что это удобно, когда человек идет, например, уткнувшись в телефон, не видя ничего вокруг, вдруг увидит надпись «Посмотри налево или направо, убери телефон из рук или возьми ребенка за руку». Такая акция прошла уже в нескольких школах города. На этой неделе вблизи 75-й. Пару взмахов баллончиком, словно кистью, и небольшая шпаргалка на асфальте готова. Теперь здесь четкое напоминание для пешеходов – посмотри по сторонам. Нарисовано, кстати, специально на асфальте, чтобы школьники, уткнувшись в телефон, предостережение точно увидели. В областном центре стартовала профилактическая акция «Шпаргалка на дороге». Инспекторы госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения и представителями совета отцов школа номер 75 наносят профилактические надписи –
соблюдением простых правил. Посмотри налево и направо, возьми ребенка за руку, внимание на дорогу, сними наушники. Это сделано для дополнительного привлечения внимания в первую очередь детей и подростков, которые направляются в школу. Казалось бы, мелочь, но в госавтоинспекции рассчитывают, что даже она сможет снизить статистику происшествий. За 3 месяца этого года в регионе произошло больше 30 ДТП с участием детей. Пострадал 41 ребенок. Мы на нерегулируемых пешеходных переходах наносим информационную разметку. Цель данной акции – обратить внимание детей, взрослых к переходу через дорогу. При участии Совета отцов акцию проводят в 3-й раз. Однако в госавтоинспекции она уже стала регулярной. Надписи наносят как возле школ, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. В госавтоинспекции рассчитывают, что акцию проведут также во всех районах города. Помимо этого, кстати, со школьником проводят и профилактические беседы о правилах дорожного движения, чтобы точно запомнили. Можно считать, что история отряда ЮИД, или юных инспекторов дорожного движения, началась еще в 60-х. Тогда государство активно занималось прививанием правил дорожного движения несовершеннолетним. Даже строились миниатюрные городки, полностью имитирующие правила дорожного движения. Однако официальной датой появления отряда ЮИД все-таки считается март 1973 года. В этом году отряд празднует свое 50-летие. В Рязани сотрудники госавтоинспекции решили увековечить эту дату по-своему. Совместно с участниками отряда юных инспекторов дорожного движения они посадили деревья. Александр Куреев – ученик 6 класса 39-й школы. В отряде юных инспекторов дорожного движения он совсем недавно. Говорит, что хочет помогать сверстникам в изучении правил дорожного движения. Сегодня он вместе с другими единомышленниками, участниками отряда ЮИД, а также руководителем Центра дорожно-технического надзора, принял участие в памятной акции «Посадки деревьев в честь 50-летия отряда». Чтобы, когда мы выросли, помнили, вот в 50 лет... Честь ЮИД, это дерево сажал я. Идея увековечить памятную дату таким образом родилась уже давно. И зеленую зону создадут, и память оставят. А табличка будет напоминать об участниках этой акции. В этом году движение юных инспекторов дорожного движения отмечает свое 50-летие. Эту памятную дату мы решили увековечить аллеей памяти. И здесь, у здания регистрационного подразделения госавтоинспекции, мы высаживаем каштаны. Совместно сотрудники госавтоинспекции с юными инспекторами дорожного движения. Отряд ЮИД образован в далеком 73-м. Сейчас это одно из самых массовых детских движений в стране, говорят сотрудники госавтоинспекции. К тому же они играют ведущую роль в сфере обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дороге, воспитания грамотных, законопослушных участников дорожного движения, пропаганды соблюдения правил дорожного движения в детской среде. На данный момент ЮИДовское движение насчитывает 465 тысяч участников и больше 35 тысяч отрядов по всей стране. В госавтоинспекции рассказали, что целеустремленность и усердие ЮИДовцев в помощи воспитания своих сверстников в вопросах безопасного поведения на дорогах помогли создать культуру ответственного вождения и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Деревья, да, растут много лет, и это для меня большая честь участвовать в этом мероприятии. Через несколько лет я сюда приеду, регистрирую свой транспорт и буду смотреть на эту аллею и вспоминать, как в честь 50-летия ЮИД я ее все посадил. Деревья полезны для экологии, они очень красивые, и в такой пустоте стоит сделать парочку зеленого. Акция эта совместная, и в ГИБДД гордятся тем, что большое количество школьников стали активными членами движения ЮИД. И надеются, что ребята и дальше будут помогать сверстникам в вопросах безопасности дорожного движения. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.